В Заречном «Донстар» – всероссийской спартакиаде детей с ограниченными возможностями. В соревнованиях принимает участие более 30 юных спортсменов из Липецка, Озерска, Самары, Ставрополя и Заречного. Состязания начались с церемонии открытия, где к спортсменам обратились с приветственными словами организаторы мероприятия. Надеюсь, что вы навсегда запомните те моменты, которые подарила вам эта спартакиада и предыдущая, для того, чтобы вы участвовали. И я желаю вам, чтобы вы максимально показали то, что на что вы способны на этих соревнованиях. Спартакиада включает в себя состязания по трем видам спорта – шашки, настольный теннис и легкая атлетика. Соревнования в каждом из этапов будут проводиться с учетом особенностей детей. Помимо состязаний для юных спортсменов предусмотрены экскурсионная и развлекательные программы. Мы команда из города Озерска Челябинской области. Приехали в ваш город уже второй раз. Нам все очень нравится. Спасибо за эту спартакиаду, которая проходит в славном городе Заречный. Мы надеемся, что ваш фестиваль будет процветать, и мы сюда приедем еще не один раз. Всероссийская спартакиада завершится 10 июня. В 12:00 состоится торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призеров. Виктор Бондин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».